мы краснодарцы, ходатайствуем перед Государственной Думой о решении вопроса по обыгнании предателей Родины. Что с предателями Родины делали во время войны? Был трибунал, расстрел. Сейчас этого нет. Мы требуем, просим убрать из страны, чтобы они не мешали работать, жить и работать президенту страны Владимиру Владимировичу Путину. И я обращаюсь от имени нашей организации Владимиру Владимировичу. Уделите внимание нашей организации. Если будете вы в Крымске, просим посетить вас, наш фонд. Мы заранее благодарим вас. Очень рады будем встрече с вами. Здоровья, успехов. С великим уважением, Анна Федоровна Ердикова. Все.